Всем привет! В эфире Телегид, самый подробный обзор фильмов и программ нашего канала. Друзья, будни полицейских и легенда советского кино. Все это нам предстоит на этой неделе. Подробности по традиции расскажу я, Анна Троян. Начинаем! Начиная с этой недели, мои дорогие, преступления на ЛРТ будут расследоваться по методу Лавровой. Российский сериал стартует в понедельник. В центре сюжета группа студентов, которые с помощью одного лишь анализа распутывают самые сложные дела. В их раскрытии ребятам помогает Катя Лаврова. Невероятно талантливая девушка, обладающая мужской логикой и неординарным мышлением. Сериал смотрим по будням в 8:30 утра и 17:30. Уверяю, теперь оторвать вас от экранов не получится. 163-й вам светит. Вымогательство. До 3 лет. А я смотрю, вы в теме. За что сидели? Да не сидели мы, вообще не сидели. Это поправимо. Организованная группа, действующая по предварительному сговору от 7 до 15. Плюс сопротивление представителям власти. В середине недели, друзья, вас ждет незабываемая встреча с тем самым Мюнхгаузеном. Увлекательная приключенческая мелодрама о похождениях выдумщика и мечтателя. Известный на всю округу романтик барон Мюнхгаузен славился своими дивными рассказами. Кто-то считает героя лгуном, однако его фантазии всегда имеют свойство оказываться правдой. Если вы любите культовые душевные фильмы, не теряющие своей актуальности, вам просто необходимо посмотреть эту картину. В среду и четверг в 21:45. Поймите же, барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал он летал, а тем, что не врет. Если обещал, что снова полечу на Луну, я должен это сделать. А финальным аккордом рабочей недели станет история прекрасной телеведущей, которая мечтает устроиться на более серьезный канал. Лента «Блондинка в эфире» повествует о незабываемом пути, который пришлось преодолеть девушке после веселой ночи. У нее остается только 8 часов, чтобы добраться до самого важного собеседования. А у нее нет ни денег, ни телефона, ни автомобиля. Ну что ж, что из этого выйдет, увидим в пятницу в 21:45. То, что уже назвали машинопокалипсис. Участки 10-го шоссе будут закрыты на реконструкцию весь уикенд. Подробности нам сообщит наш пилот Стив. Пилот Стив, расскажите нам, как там наверху? О, тут классно! Потрясающе! Стив, ты пишешь смс-ку? Да, да! Ничего, копы меня тут не достанут. В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. Так, девчонки, там рейс Витушевой на Новолизанском шоссе, нужно, чтобы кто-нибудь поехал. Лиз, ты уезжаешь? Редакция телеканала ЛРТ. Место креатива, творческих начал и смелых идей. Здесь рождаются темы для эфира, пишутся новости и обрабатываются тексты. Сразу после утренних итогов нам предстоит попасть в потерянную комнату. Зарубежный сериал для всех любителей пощекотать свои нервы. В центре сюжета детектив Джо Миллер. Однажды он расследует очередное дело, где ему в руки попадает загадочный ключ. И, как оказалось, он способен открыть совершенно любую дверь. Одна из них, в свою очередь, становится проходом в тайную комнату, из которой можно попасть в любую точку планеты. Именно поэтому завладеть этим ключом мечтают многие. Как закрутится эта история, узнаем в выходные в 11:00. Происходят события настолько важные, что вам не понять. Я помогу вам. Я дам вам все, что только пожелаете. Но мне нужен ключ. Взять их! Пустите!
субботу и воскресенье на ЛРТ выйдет картина, которая заставит нас пофантазировать. «Взорванное солнце» – фильм о первом в мире космическом челноке с пассажирами. Коммерческий экипаж совершает полет вокруг Луны с возвращением на Землю. Но в результате мощной вспышки экипаж корабля теряет контроль. Начинается неуправляемое движение, курс на Солнце. Опасность становится катастрофической. Ведь обнаруживается, что событие запуска вызовет большую бурю, которая может отправить Землю обратно в каменный век. Возможно ли избежать таких последствий, увидим в выходные в 20:30. Космическая станция на связи. Нам нужно знать, что на ваших радарах. Спасибо, Инка. Это была волна космических лучей. Микровзрыв. Откуда? Солнечных или галактических? Местных, нашего Солнца. Мы определили массовый коронарный выброс. Довольно большой. Хотите знать о нашем телеканале больше? Тогда постоянно заходите на официальный сайт www.lrt.tv. А еще за жизнью ЛРТ вы можете следить во всех соцсетях. Подписывайтесь, там много интересного. И еще, друзья, улыбайтесь, ведь у нас на носу волшебная пора. С вами была Анна Троян. Пока-пока.